Ну, он на ворота сейчас встанет, я думаю. Ты говорил, плохие защитники, да? А, ладно, Кирк на ворота встал, в итоге все-таки, да. Да похуй. Руслан, выходите. Сыграем, как сыграем. Только без удалений и пофанимся, и все. У нас там уже овка в 11, Дим. Я знаю. Алло. А мы вышли уже, все. Миша, да Тим уже до 89-й и вышли, блядь. Давайте. Все надежды на Naked Father F. Скажу мотивационную речь, как Волына перед немцами. Мы должны всем показать, в чем сила Дизеля. Что мы не лыком шиты, блядь. Это ты уже записывать начал, да? Мы покажем, что Дизель не обосрется против Fallen Angels. У нас же есть такие игроки, как Камушек Рус, Архипов 4, Архипов 1488, Naked Father F. Кто еще? Кто тут еще остался? В этой помойке. Приглашаем. Дринк Шпротера забыл. Дринк Шпротера, блять, забыл. Альдамидан еще. Все, погнали нахуй. А, у нас же Самура. Да. Нет только 1000 островов, блядь. Да, кстати. Мы выйдем с высоко поднятой головой. Это то, что... С высоко поднятой головой хрена в штанах, и будем на него вешать. Из Дизеля ушел один вроде, а по факту ушло 1000. Хрен, ты должен их изнасиловать там просто. Блять, они приняли? Мне кажется, меня изнасиловали. Я тебя изнасилую, блять. Давай, хрен, соберись, нахуй, твой шанс. Хрен, затащишь туда, тащишь вода. Все новички первого дива смотрят. Хотят увидеть нового форварда. Ой, я вовремя пришел, кстати. Не, забытого. Погнали, ладно, похуй. Суперзащиту поставь, только заебись. Ну, оружие. Погнали. Погнали, ребят. Алло. 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 Хули дискорд еще пропал. Тебя задосит, Ромех. Аж ты не заснул, он додосит. Сейчас, подожди. Мне Рома напишет. Мы уже опаздываем, Дима. Да насрать, блядь, подождут там, ничего страшного. Могут без вас сыграть. Тем более. Мне не отвечает. Так, что-то пишет. Ну все штрафные кастел забрал, а мне ни одного не дали. У них Сомали пропал, походу. Миш, дай мне штрафной, я тебя отдам, если он будет. Притворился, что не слышит, сука. Да. Вот, молодец. Я наблюдаю. Чё там, всё? Умерли? Сейчас он не пишет, всё. Заходит, сейчас не напишет. Весь настрой вот это сбивает. Хрен уже настроился, понимаешь? Хрен уже уснул, блядь. У Миши руки холодные, блядь. У меня тоже, кстати, блядь. Что-то холодно, блядь, нынче. Naked Father F. Да, Миш, вот это мечта твоя, да. Все готово, приглашай.
Олен решил покомментировать матч. Интересно. За кого же? Я буду болеть за Фалинов. Да. Руни опять своей половины забил. Да, я видел. Сегодня хрен в своей половине забьет, в свои. Как Джастер Хоффман, блядь. Это будет гол года, блядь. Джастер Хоффман ебет баб, если че. Не отвлекайся. Уже два года? Да. Так, мы разводим, блядь. Погнали. Ну чё, до фифу. На. Сразу. Ник бот справа. ЛЗшник. Да, на моем фланге боты эти пиздали. А, бы чтоб на хрен не ушло. Надо, хорошо. Ну, покушать не дали. Бля, ну вы там замельчили нормально. Я конечно. Думаю, Руслан сразу продлит. Сбегать. Да некуда бы в то-то дело продлевать. Вот где. Хорош. Хорош будет. Центр ищи. Наймаса. Долго завал камень побыстрее. Нет, сколько я сделал одно касание. Ну просто тебе проще было на Юру перевести. Бля. Давай, давай, давай. А, ну ладно. Выстреливай. Скорости не хватает. Хорош, хорош, нормально, нормально. Он не хромали вылетел, походу. Отлично. Нормально. Не дать пробить. Выбил, выбил, выбил. Да я ему по флангам проходить, конечно, там будет. Ну я хуй знает, он, блядь, меня обогнал тупо. Вперед кидай. Ладно. И сразу. Бля, почему я попал? Нормально. Собираем. О боже, зачем бить-то? Это, видимо, можно. Это финт был, да, это финт был. Страхуйте бота на фланге, Юру тоже. Ничего нового, в принципе. Ну да, они скапливаются их дохуя, типа. Нихера себе там. Как он пасху тут я. Так и хотел. Мишаны позже. Давай, воу! Бей. Хорошо. Если некому дать пас, грузить сразу, чтобы мяч не терять. Да боже. Бля, они смайл откопали где-то. Да, сбрось. А уже поздно. Боже, как мы не заметили? Чё ты мрёх я хотел? Ну можно было. Давай, давай. А чё ж не фига? На 16 сразу. Ой-ой. Нормально, нормально успеваешь. Ну это же не тянет. Блин, что-то вообще не видно. О, он в офсайде на ней стоял, да. Упал Джерри. Ну, в одно. Юра там на фланге. Хорош, смотри. Чё, просить без выноса был вообще запись. Хорош. Блять. Ладно, ядро. Бля, ну сори. Тихо-тихо-тихо. Архип, давай! Чего, блядь? Как дауны? Да, никто не вышел вот этих. Прессируйте игроков. Стрелил. Так, поразберитесь быстрее. Я, блядь, не успею, если не успею. Успеешь, успеешь, я страху. Архип твой. Ебать, офсайд. Офсайд. Разыграем сейчас. А хотя не, попробуй нахрен навесить. Не, лучше выбить, наверное. Со всей силы? Или как? Я не знаю. На голову ему. На голову ему, да. Да, нормально. Раз. Бля, все, не успеваем.
Хорошо. Бля, я его спалил. Там что-то фол. Да, удар пережал. О, бот. Центр против волки. Присмотрите их поактивнее. Когда они по штрафной подходят. Я держу. Убегаешь, я бегу. А, ну это плохо, пиздец. Вы не держите их. Да, стойте поближе к их форвардам. Камень на ближку. Бля, это бот что ли? Защ. Меня тянет. Поближе рушите их форвардов, потому что... Потому что... Это опасно. Хорошо. Я сломался. Блядь, наш мяч был. Зачем он свистнул? Тихо, подожди. Бля... я нахрен закину, давай. Подбор. Нормально. Ой, блядь. Правильно. Ё-моё, вы. Ну, прессовали. Слишком. Нормально мяч наш. Хм, не туда, походу. Мяч попроще? Дим. Да. Нормально. Ну, я... Как у нас прям. Может, я на фланг хотел дать, но мне... Ну, тоже нормально получилось. Иди к нему камень, я прикрою центр. Плохо. К нему поближе. Сейчас резать будет. Без фола только. Тут без ножа только. Угу. Мы споддавили что-то. Вот вырубили. Головой забодал бота. Бля. Бля, да чё не? Потому что вот такое вот происходит. Ну как так происходит? Да не ругайся всё. Нет. Лучше сам играй. Бля, рано. Как ты жмёшь, блядь? Да он там из-под игрока бил, тяжело. Да мне кажется, он всю силу жмёт. Не-не-не. Я думал, он вообще не ударит сквозь, потому что типа... Не, ну я тоже думал, не ударит, но, бля... Да, ой, блядь, нет, я что-то нахрен отдам. Смотри, смотри. Не, Рома, не, Рома читает просто. Там что... Опасно. О, нет, там сейчас наход. Хороший архив. Да я там закрыл, что ну, боже мой. Бля, давай посиди атака. Да я тоже так-то догонял, я уже разогнался, там только бежать начал. Да, там включи. Да, вот там главой. Давай, главой, да. Не торопитесь, там открыть. Капец, меня справят. Давай, давай. Давай. Чё будет? Камень, ты где? Стой на месте. Меня слышно, нет? Я не могу, нет, надо бегать. Теперь, да. Ага. Давай полукруг вот сюда вот ближе потихоньку. Давай. Раз, два, три, нах. О, гениальная пошла. В кого-то? В главой еще. Пас, пас. Вешай. Попробуй. Назад еще пас. Дай. Блядь, ну ты тупой. Камень, ты понимаешь, ты за ЦЗ с полувертухана вешаешь, камень. Да не, навес нормально прошел, кстати. Нет, я стою сзади, ты можешь меня скатить, я навешу. Нет, смотрите, у нас защита очень низко стоит, попробуй чуть повыше встать, поближе к игрокам. Настя, честно, потому что не смотрел назад. Я не видел. Я тебя видел, я бы тебя отдал. Потому что они постоянно принимают мяч спокойно перед нашей штрафной. Это они могли забить легко. У нас проблема справа, потому что боты, они дрочат. Ну, у них тоже бот справа. Да, они, по-моему, наоборот, через меня атакуют постоянно, нет? Угу. Нет. Да, через Юру тоже много так. Да их там дохуя, я не знаю, как грудь, блядь. Когда они атакуют через наш фланг, камушку приходится больше на фланг. Ну, я страхую центр, как бы, смотрите. Я руковожу, то есть я говорю, если ко мне остаться на фланге. Так, они сейчас разводят, да, эти понимать. И они могли забить ему, в принципе. Не, мне надо было. Да, я в одну другую сторону бежал. Это как же их притягивать-то, может? Да сука ты! Блять, не, ну это просто пиздец, это нахуй. Да они пасы сидают по фангу. А мне очень редко. Ты какой-то нервный. Да нет, там смысл в том, что как бы, ну, блядь, я же выбегаю. Я же один хрен. Короче, блять, вы можете просто не флудить, блять, когда мы играем, все. Давайте не обсуждать ничего. Давайте играть просто и все.
боже. Вы просто не собраны, блядь, начинайте пиздеть, блядь, заткнитесь нахуй все. Это просто вымораживает нахуй. А что, у нас в атаку никто не пойдет? У нас все в защите. А, он все, Домирекс убежал. Что, розыгрыш можно быть? Сьем, блочит кипер, факты. Я только досыгнулся, я не понял. Хорош. Подсоберитесь, блядь, очень. Пушка хуйня просто штрафная. Не наверх. Смотри, это мой. Побыстрее, побыстрее, побыстрее. Все, хрен, сейчас мы с тобой разрулим. Это было на Димареха, так-то. Поиграйте в пассив, просто. Блин, Демидам было поздно уже. Хорошо. Блять, ну это не на вынос, а все силы, я хуй знаю. Да не надо было вынос. Пас, 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 пас. Центр есть, давай, давай. Бля, я не могу бежать. Еще. Гений. Блин. Пошло. На, вино... О! Ну и на. Я с криво полетел. Нормально, соберитесь, не пиздите, все, мы все равно играем с ботами, блин. Много мы не сделаем. Да. Проебем, так проебем, ничего страшного. Образец, конечно. Беги, беги назад. Да я что делаю? О нет. Это на отбор был лишний, да, он подкаджет. По фланге. Он не фалит так. Вот что будет. И у меня. Ну он хрен что просил. Угу. Вам не даст пройти. Ну ты проси. Попытка не пытка. Блять, бот. Блять, как на. Да у меня. Я прошу. Ну он тебе дает. Не пройду мяч. Так, сейчас разыграем. Я закину. Давай. Давай. Хорош. Хорош. Бля, я не знаю, что делать. Нормально. Головы. Сразу. Давай, камень. Сейчас. Ну нет, как? Сразу. Можно еще на дальнюю. На дальнюю можно попробовать. Нормально. Чё по спине? Пизда по всё спине. Если будет по сейчас... карте нормально все. Нормально, Юр, твой. Ну, по собре не играйте сейчас, так подавить даже получилось. Блин, только не прибить мяч. Сразу. Ноги. Блять, не прошло, этот пас не проходит, блять, что-то вообще, блядь. Давай спас. Блин, не туда пошло. Наш, нет. Что? Интересно. Хорош. Щекан, блядь. Ебать он дал. Сейчас бы боту скинул. Играл у них, что ли? Бля, ебать он дыра. Давайте я еще играл. Он же чемпион там. На ПЗ. На ПЗ это престижная позиция. Давайте. Что? Там меня уткнул в шаболке, блядь. Yes. Нет, там бот. Выходите. Не выходите. Там бот уж, а боту. Не-не-не, это я свалил. Не-не, это бот. Это бот свалил. Да? Ну, потом смотрю на запись. На дальнем у меня тут какие-то бегают парни. Бля. Нифига в одно. Одно свертуха на салету. Ну понял. Хорош. Руби. Вниз. Блин, я упал. Перевод можно. Бля, не. Очень быстро делал. Хорош. Подожди нас, Миша. Или вон Юр. Вперед сильно не бегите. Беги, беги. Бля.
Ну, успеет, да. Да. Вперед сильно не бежим. Бля, Домирёс, извините, что еще нет. Гениально. Охренеть, блядь. Научились вечно. Давайте, не расслабляйтесь, можем быстро два пропустить. Не расслабляйтесь, не расслабляйтесь. Крем по факту срежиссировал гол. Пониже играем, ЦПшники особенно, нужна ваша помощь, переход. И по флангу пусти его, и беги, беги, и пас можно. Нормально, нормально, нормально. Назад. Хорошо. Нормально. Да что? Пособрано, пособрано. Бля, я уже вилка стал. По бату, по бату, по бату, по бату, по бату. Сильно. Да что? Он не прыгает, короче, я хуй знает. Он у меня просто какой-то ватный. Вниз. Меня убили, блядь. Можно было не разворачиваться. Блять, нет, нет. Ебать, бот, гений. И по флангу, все, и беги. Можно на меня? Ладно. Не тянет. Я своего, видимо, попал никуда. Хороший архип, хороший. Все, стоим, стоим, стоим. Нормально. Можно по флангу. Хрен хороший, хороший. Хороший. Пошла на дельке буду. Да зашибись, я не могу. Я не ставил. Назад пока идите, мяч медленно полетит. Это наш. Бля, это можно не сделать. По флангу. И, хрен, что на... Бля, это мне ладно. Назад, назад. Хорошо. Давай, ну. Назад пусть будет. О боже. Ну, блять, архип! Я жду опас меня будет. Все, вымучили. Второе место? Куда ты, блин, ворвался так? Хрен вымучил. Он срежиссировал гол свой. Ну, два бота против двух ботов. Да не, на самом деле мы могли столько раз пропустить, что пиздец. Они нас что-то душили, пиздец, как нас. Нормально, пойдет. Ладно, все, тебе тут дадим. Да, на Level Pro приходите к Вовке, нахуй. Там бессмысленно, да? Что ты делаешь? Ну, нужно ТП сделать. Поздравляю, все, давайте быстрее, у нас тур, блядь, на PS4. Подожди, мне надо пройтись по... Блядь, ты где-то слышал этот голос босса уже, блядь? Ты можешь закрыться, нахуй? А, вот он опять, блядь. Итак, наш бот, наши боты, это Тарас Зубар. И Виталий Янбаев, конечно же, на подсчёте. Чуваки, ну я вас поздравляю, Сас. А что мы сделали? Янбаев на воротах, да? Ну, теперь Рус Турист вас не догонит. Теперь можно с вами ничего не катать.